все, и у зрителей, и сами игроки получили удовольствие от этого турнира. И вот 2-0 это Пека Йормака сразу после выигранного вбрасывания. Ну сколько вот, 2 или 3 секунды прошло с момента, как судья ввел шайбу в игру. И неожиданный бросок, Салок не видел его. Сейчас вот, если у нас будет повтор с верхней точки, увидим мы, как там все происходило. 11-я шайба Йормаки в этом чемпионате. Хотя успел он переложить ее даже. Даже не сходу, да. Принял, обработал, поскольку она немножко скакала. Выдвинулся на него игрок. И седьмой номер, это Шумаков, не успел. Ну, вот просто удачно прошла. Возможно, Шумаков-то и помешал Салоку, чтобы отбить это. Попал просто удачно. Ну...